Абая называют гением поэзии. Это великая личность. Все его мысли и философские идеи выражаются в стихотворениях. Из-за этого я так люблю его произведения и перевожу его стихи еще с 50-х годов. Мне кажется, идеи Абая не подвластны лишь одному поколению, они очень глубоки. Поэтому надеюсь, что все больше и больше молодых людей будет заниматься его переводами и сделают это лучше, чем мы. Я хочу поблагодарить многих казахских друзей, которые на протяжении многих лет помогали мне в переводческой работе. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения Абая, и именно в этом году вышел в свет в двух томах сборник произведений Абая, переводом которого я занимался. Это тоже подарок, который я хотел сделать к 175-летнему юбилею поэта. Уверен, что его стихи и философия понравятся китайским читателям. Вручение ордена сегодня – большая честь для меня. Считаю, что это не только личная награда, но и символ дружбы между Китаем и Казахстаном.